Итак, ура! Буквально 3-5 минут отбегают нас от знакомства с очередным творением Алексея Пехова. Не целиком, к сожалению, поскольку это роман, и вряд ли бы у нас хватило времени, даже если бы нас оставили здесь на ночь. Хотел бы сразу представить, ну, тех, кто постоянно к нам ходит, все уже всех знают. Это Михаил Габович. Это наш литературный редактор Сергей Чекмаев. Диджей Андрей Эдисон. И ваш покорный слуга Влад Коп. Кроме того, автор сегодняшнего текста присутствует здесь сейчас. Алексей Пехов тоже здесь, наверное, да? И сейчас слово вначале Сергею Чекмаеву, который познакомит вас в двух словах буквально с тем, что вы сегодня услышите. Ну и вообще поздоровается с вами. Всем добрый вечер еще раз. Спасибо, что вы сегодня в этот очень теплый вечер с нами собрались. Сегодня уникально, ну как у нас всегда уникально, но сегодня особенно уникальная вещь. После 2 лет страшных пыток, угроз и увещеваний Алексей Пехов проездом с Эвереста на Монблан случайно остановился в Москве и все-таки смог прийти к нам на выступление. И он пришел не с пустыми руками, он пришел с абсолютно новым романом. Никакое не продолжение цикла, совершенно новый мир, совершенно новая вселенная. Все вы знаете, что такое вселенная Алексея Пехова. Сейчас вы с ней максимально близко познакомитесь. Причем это супер эксклюзив. Этот роман только-только пойдет в печать. То есть вы будете первыми, кто услышит первую главу, отрывок из этого романа, и поймете, что это, собственно, за произведение. Так что готовьте вопросы к автору. Алексей Пехов вместе со своими соавторами сегодня у нас здесь в зале. Елена Бычкова и Наталья Турчининова, постоянные соавторы Алексея, тоже с нами. Если есть вопросы, после выступления мы позовем Алекса на сцену, и вы зададите ему все интересующие вас вопросы. Так что готовьтесь. Если кто по книжкам, подходите еще в перерыве. А теперь передаю микрофон Владу, пора начинать.